Как создать новогоднее настроение еще до боя курантов? Один из способов – приготовить вкусные и красивые угощения. На мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожан научили делать кондитерские изделия из марципана. Провела встречу Наталья Склянкина, кондитер с большим стажем. Вначале специалист рассказала об истории появления этого замечательного десерта. Марципан появился в Италии во времена Великого Голода, когда только продуктов не было никаких практически, и оставался только миндаль. Соответственно, нужно людям было что-то есть, и они придумали миндаль смешивать с сахаром. Так и появился марципан. От слов к делу. Сначала марципан делят на небольшие части, потом тщательно разминают, и уже после вылепливают из них самые разные формы. Проект «Химки. Интересно жить» существует уже год. За это время порядка 70 тысяч жителей посетили встречи по интересам. Марина Михеева научилась рисовать нитками, пальцами и даже ватными палочками. Вот и в этот раз приобрела полезный навык. Мне мастер-класс очень понравился. Обещаю, что буду еще побольше собирать знакомых, подруг, чтобы все ходили. Сегодняшний мастер-класс нам понадобится на Новый год, на любой день рождения, чтобы покрыть тортик, пирог вот этими интересными фигурками. Такие встречи по интересам проводят почти каждый день. Любой химчанин может выбрать то, что ему по душе. А я напомню, что у нас в Химках проходит более 100 мероприятий в неделю. 100 штук. Ну, бывает больше, бывает чуть меньше, среднее это 100. Подробную информацию о том, где состоятся встречи, можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости». Также подробные афиши есть в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.